В белоснежной шляпе и цветастой рубашке курский депутат обратился к зрителям сначала на испанском языке и только затем на русском. Много денег, много хорошего настроения, делаю себе специальный коктейль «Мунче Лагра». На своей страничке в социальной сети парламентарий сообщил, что выбрался на отдых впервые за год. Зимние каникулы решил провести в солнечной Мексике. Погода отличная, люди приветливые. Сервис чуть страдает, но зато цены радуют. Депутат заявил, что поехал в Латинскую Америку не только отдыхать, но и сбросить лишние килограммы. Подписчики заметили, такими темпами похудеть будет непросто. Красота. Отдыхом законотворец наслаждался вместе со своей женой Светланой Васильевой, депутатом Курского городского собрания от «Единой России». Поведение супружеской пары политиков разозлило главу региона Романа Старовойта. К сожалению, мы видим, что вот и депутаты Курской областной думы, городского собрания тоже повели себя не вполне корректно, поэтому ждем их возвращения. Юрий Михайлович Амерев, я рассчитываю и на вас еще раз провести разъяснительную беседу. Алексей Борисович, надо вместе детально рассмотреть все обстоятельства. Раскритиковал поступок Максима Васильева и секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. В то время, как жители приграничной Курской области подвергаются обстрелам, некоторые народные избранники позволяют себе греть булки на теплых заграничных курортах, попивая пивко и записывая неуместное видео. Верх цинизма и бесчеловечности. Ни родины, ни флага, ни чести, ни достоинства, ни мозгов. Теперь политическая карьера Максима Васильева может сделать резкий вираж. В замерзающем Курске горожан его избирательного округа возмутил такой поступок парламентария. Я за него не голосовала. Посоветовала бы я ему, ну, наверное, совесть обрести. Я за него 3 или 4 года голосовала, сейчас не хочу. Наши ребята воюют, раненые, в холоде там, грубо говоря. Ну, помоги там едой, теплой одеждой, там, чем угодно. Как бы, а не тратить на свои развлечения деньги. Это, мягко скажем, недопустимо для депутата. Откуда-то, тем более положение в стране такое, мягко скажем, суровое. Минус ему. Вы за него голосовали? Я голосовал за него, в том-то и дело. Ну, вы разочарованы таким поведением? Ну, да. Куда деться? Это его не красит абсолютно. Будете и дальше за него голосовать теперь? Посмотрим на его реакцию. Реакция от Васильева последовала незамедлительно. В интервью изданию «Подъем» парламентарий заявил, что покидать думское кресло пока не намерен. Разумеется, мнение губернатора для меня важно. Я уважаю его команду, принимаю критику в свой адрес и осознаю свою ошибку. По вопросу сложения полномочий или иных моментов буду общаться со своими избирателями. Я являюсь депутатом более 20 лет и всегда избирался самовыдвиженцем. Никакая партия меня по спискам не выдвигала. Соответственно, и решения будут принимать мои избиратели. При этом мнение Турчака для меня не пустой звук. Большинство опрошенных жителей 5-го избирательного округа советуют депутату завершить политическую карьеру. Я посоветовал все-таки сложить полномочия. Мое мнение такое. Я думаю, народ это оценил, это качество его поведения, поэтому я думаю, все-таки стоит ему прислушаться к этому мнению. Я думаю, настало время сложить полномочия, как бы пора уже, и выбрать кого-нибудь более ответственного. Я считаю, что не стоит ему дальше продолжать вообще. Вообще, я считаю, нужно как бы почистить область от таких. Сейчас Максим Васильев все еще находится за границей. Этичность поведения депутата оценит специальная комиссия Курской областной думы. С его супругой беседу проведут уже однопартийцы. Станислав Костиков, Сергей Малеев. События дня.